давай проверим, кто из нас крепче. Врежь мне изо всех сил. На! Ты чё бьёшь, как девочка? Ты ещё не мужик. Да ты слабак. Сейчас я тебе покажу, как надо бить. Ягар, всем привет, Фоксан. И сейчас хочу попросить вас поставить лайк, подписаться на канал, поставить колокольчик. Приятного просмотра. Ну честно, я бы не сказал, что это психолечи. Кто все отрубил? Я. Ребёнок. Чё, кто это делает? Ах ты, ты такой, ты говнюк. Ты понимаешь, что я шкерюсь, блядь? Я думал, это какая-то особенность этой психушки. Ах ты, сука, я уже под кроватью мог шкериться, не знаешь. Сука! Как Андрей? Габан! А ты кому им заговорил? А кто со Светом баловался? Кто со Светом баловался? Я. Фу, у меня мурашки по коже, подожди. Если что, мы с ним вдвоем забили по кнопкам. Привет, это трус. А вы видели камеры в коридоре? Да. Вы видели, что я тут был? Нет. Там никак мы можем увидеть. Вы такие... Останься там, попробуй стыкать. Я просто только зашел, начался один свет вырубаться, потом начались другие, и просто по коридору, знаешь, такие гирляндой. И такой, ебать. Поделай так еще раз. Посмотри, как это выглядело. Окей, сейчас идем. Два свет вырубим. Два. Давай. Один. Давай быстрее, время идет. Да, я по кнопкам ходил. Ну, ждать уже слышно, вот эту херню, тинди-инди. Так я думал, да, они мигают. Я насмотрелся, у него не очень страшно. Охота началась. А, здесь. Иду. О, так. Убили. Она за мной бежит. Я убегаю, пацаны, я убегаю, она за мной бежит. Я с тобой, потому что... Ой, отпечаток есть, если что. Она за мной бежит. Оставь меня в покое, ты! Ааа, я слышу, как она чавкает. Фу. Это все? Посвети в угол меня сюда, я тебя прошу. Какой угол? Куда же? Да, хочу камеру поставить. Чу. Ого, блин! Сначала этот хей, теперь она просто за мной носил. Что это? Пипец, он... Следы. Я знаю, что следы, я тебе сказал. Ботинок? Рука. Рука? Ага. Все, короче, они проскочили дверь, пролез в руку. Да. Охота. А я говорю... Я говорю, что он дрянь. Давай смотри в дверь. Куда идёт за мной? Это я, мне тоже интересно. Там не видно нихера. Вот дырку видно. Чуть-чуть. Сука! Это говорю, что мной идёт! Хули вы ржёте, придурки, она за мной идёт! Я не знаю, как он я её сфоткаю. Выпустите меня, придурки, выпустите меня отсюда, нахер! Вы идете? Да, идем. Нет. Сука! Я так и хотел, я только прохожу к двери, чтобы закрыть ему дверь. Сейчас. Вылезайте отсюда, нахер, блядь! Уи, все, пошли. Пошли. Пизда, блядь. Второй раз. Может это и не банш, я не знаю. Удачи, Олег. Пока. Ты Наруто? Эй. Я так вижу, ему нужен второй Наруто. Вообще ничего не отвечает. Брось, пусть есть. Нужно. Значит. Ты еще хотел фото сделать? Ой, у меня так остро что-то в животе стало почему-то. Да, то же самое. Он прям здесь появился, да, посередине? Он прям на меня выбежал, я такой начал, привет, здорово, я такой ссылку, блин, твое видео. Не, я блин, не знаю, что... мне так не нравится, как эти при... О, бежал, опять острый в животе стало. Опять на меня. А мячик-то лучше ты не кидал бы. А чё?
О, господи, я понял почему. Я понял, почему не надо кидать. Он что, дверь закрыл перед тобой? Он появился передо мной. Просто не трогай ее, пусть. Посмотри, как он реагирует. Почему у меня ощущение, как будто по центру какая-то тень? Да там придурок стоит, он за тебя смотрит, скажи ему привет. Этот придурок положил что-то туда такое? Куклу воду положил. Да, ее положил. И он нашел, я ее положил. Вот, смотри. Прикол. Убить. Ты уверен, что ты хочешь пойти туда? Ну, предлагаешь сразу поставить на Мару? Ну, потому что, ну, здесь минусовой температуры нету. Ну что, радиоприемник. Ну, давай, давай. Серый, мы пошли. Задание-то у нас все выполнено, в принципе, мы приблизительно знаем, у нас два варианта. Если мы обосрались, значит мы обосрались. Кто ты там? Вот, видишь? Чувствуешь профессионала? Куда ты летишь, Андрей? Опа, я проектор видел, я проектор видел. Чего ты проектор? Я проектор видел, да. В это время уходит, и он побежал, короче. Это фантом. Он топает где-то козлиный. Опа, подвал. Ага. МП5, да. Я включаю здесь свет. Свет. Дверь закрывай и заходи. Чё? В угол прям зашёл. Сколько залез? Я убью первее, я ещё серого. Кстати, клёво, что свет перестал так эпилептично дёргаться теперь. Да, он теперь просто мигает красиво. И теперь ты поймёшь, есть ли охота, либо нет её. Смотри, прикол. Чё делаешь, дебил? И сейчас у меня сзади меня вот так, хопа, и все. Крыса вонючая. Сейчас лучше не бежать, а то мы... Пойдем. Мы рядом. Это охота? Какой идем? Это охота, люди. А... Это мне показалось. Я его слышал, он меня, как кажется, тоже слышал. Я его слышал. А почему со мной никто не пошел? Зачем мне одного тут? Ты где? А он уходит рядом с нами. Я слышал. А вы где? Я с Валерой спрятался. Мы в дальней комнате где-то, наверное, нашел этот... Я не знаю, как он называется. А, доску Иджи, возможно. Сейф? Он зашел в комнату, кажется. Сейф есть, да? Сейф есть там? Не знаю, я в углу прячусь. Я в противоположном от Валеры в углу. У меня сейчас сердце стукало, походу, прямо над ухом у меня был. Он в подвал уходит. Он зашел сюда. Он в эту комнату зашел. Нет? Да? Я услышал сейчас. Еще не кончилось. В смысле не кончилось? Кончилось. Все, я могу выходить? Мое сердце я выбегаю. Ты хочешь говорить со мной? Походу он не очень сильно хочет со мной говорить. Меня убили, блин. Люди! Убили? Да, он все-таки меня поймал. У нас с Андреем одинаково скорость кончилась. Да я ближе всех стоял. Он не мог наступить на соль, если это мираж, верно? Ну он наступил на соль. Она токсична для него. А, можно тело сфоткать, Валера. Мы пойдем туда, короче, или как? Ну да, трактор можем. Я его не вижу, скажу сразу. Может, я не туда поставил? Опа, о, видел, проектор ставьте. Он прямо передо мной пробежал, завис. Опа, и вот мы уже в жопе в какой-то. Опа, я, кажется, знаю, где это. Это спортзал. Где? Спортзал, вот, он снизу лазит. Тут да, температура 6. Я туда зашел и ушел сразу. 6-4-4-1. Ты близко? Понял, охота, валим. Охота? Да, а я его не вижу. А куда бежать, Опа, прикольно. Он идет, вы че? Но вряд ли там будет минусовая температура в этом зале. Ну ее не было. Потому что температура от зала до коридора, ты прикинь? Значит, это лазерный проектор. Значит, это лазерный проектор, по-любому. Что-то мне подскажешь тогда, что это не банш. Да, я тоже думаю, что это не банш. Если серый, короче, сказал, что это банш, и это не банш, мы его, короче, весь инвентарь воруем. По-любому. Он испугался просто. Ну, это видео подошло к концу. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока. Дима, блин, молодец.